На канале уже столько видео про поиск и есть несколько про то, как лучше оформить древо в виде того или иного объекта искусства. Это несправедливо. Все месяцы, что идет исследование, растет ваша личная база данных в офлайн-программе. В ней это касается всех популярных программ. Все устроено так, чтобы, переключая вкладки, вы видели древо во всем его объеме и разных плоскостях по желанию. В таком изменчивом и динамическом виде лучше всего вы понимаете, что и как происходило с вашей семьей. Все интерпретации – это попытки создать выжимку, уместить в голове полную картину. Иногда это тоже важно, но это про крустово ложе. Да, когда результат нужно передать или объяснить самому себе, это необходимо. Но от этого база данных, этот самый сундук с сокровищами, невзрачный снаружи, не теряет ценность. Поэтому я в конце исследования всегда предлагаю много отчетов в виде графиков и текста по каждому роду, голые факты в разных ракурсах. Копии документов и их расшифровки. Один художественный отчет с общей историей находок и провалов. Краткую презентацию для родственников и друзей. И, конечно, основа всего этого – файл Gitcom и Gramps, два файла. Об этой программе Gramps есть информация в видео о программах. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи в ваших поисках!